Медведь-единоличник. Нет, только посмотрите, что наделали крысы. Чтоб тебя! Нет, надо приниматься за работу. Мешки ждут. Они проели мешки. Что делать? Надо найти кого-то, кто избавит меня от крыс. Знаю, Яспер сможет это сделать. Яспер! Мой друг, мне нужна твоя помощь. В моем складе полно крыс. Мне нужно запастись на зиму едой. Не волнуйся, я тебе с этим помогу. Никаких трудностей. Но это еще не все, Бромфилл. Я все для тебя сделаю. Вот что я придумал. Поживи у меня зиму, поймай крыс, а я буду тебя кормить и заботиться о тебе. Ну как? Что? Хочешь, чтобы я с тобой пожил? Как здорово, мальчики! Вы так друг о друге заботиться будете? Социализм в действии. Ну, можно попробовать. Ну вот уже кое-что. Привет, Бромфилл. Яспер, ты самый лучший охотник на крыс. Как я рад, что ты здесь. Ну и теперь моя очередь. Пошли поедим. Самое время. Потрудились, можно поесть. На, съешь. Ведь это того стоило, да? А это вот... Вот смотри, вот это вот, вот это вот. Это тоже форель, чеснока, гарнир. Смотри, ешь до отвала. Все в порядке? Я слышал, как они чавкают. Наверное, крысы опять из нор повылезали. Сейчас я им покажу кое-что. Мяу! Мяу! Ого! Ты их всех распугал. Просто находка. Ты хорошо постарался, Бромфилл. Здесь еды на всю зиму с лихвой хватит. Молодец! Черт! Опять все замело. Ничего не видно. Ну, когда-нибудь прекратится снег-то. Тихо! Яспер! Яспер, ты где? В чем дело, Яспер? Где же этот кот-то? Может, за крысами гоняется? Не слышу характерного шума. О, привет, ребята! Яспер, кажется, у Бромфилда опять нога разболелась. Старая рана. О, так не опирайся на нее, сядь сейчас же. Дай-ка я взгляну. Знаю я несколько способов облегчить боль. Восточный массаж Коцу, например. Уверен, что все это из-за погоды. Это может быть больно, дружище. Ну, подожди секунду, потерпи. Сейчас будет хорошо все. А мне кажется, он совсем не работал. Он летяйничал. Вздремнуть решил. Здесь хватает рук, Бромфилд. Тебе не обязательно делать все самому. За нас с тобой я не волнуюсь, но мне нужно следить, чтобы кот гонял крыс. Вот. Давай перевяжу тебе сустав, и станет намного лучше. Ты что, дремал, когда мы вошли? Ну, конечно, нет. Я проверял, что там под мешками шуршит. Так, ну вот теперь попробуй встать и посмотри, выдержит ли колено. Кажется, да. Надо бы ему полежать какое-то время. Ну,
руки так быстро мерзнут. Ужас какой-то. И ноги мерзнут. И нос тоже. А кот себе спит, наверное, в это время спокойно себе. Яспер, Яспер! Я так и знал, что он убьет баклуши. Яспер! Что ты так кричишь? Нам надо поговорить. Без проблем. Яспер! Я здесь, Бромфил. Так что там? Что ты хотел сказать? Ну что ты молчишь? Язык проглотил, да? Ты спал, да? Неправда. Да ладно, признавайся. Я гонял крыс за мешками. Так и было. Но я ни одной не видел. Ну, конечно, не видел, дурачок. Они все разбежались, когда ты пришел и затопал, крича, ругаясь и неся всю эту чушь. Такое ощущение, что тебе захотелось просто покричать. Думаешь, они будут сидеть и смотреть, как опасность приближается? Это все так. Но, понимаешь, мне кажется, это слишком просто, чтобы я тебя еще и вкусностями снабжал всю зиму. Так что, я думаю, нам пора расстаться. Что, ты меня выгоняешь? Да. Мы больше не можем жить вместе. Так значит, пока я тебе был нужен, ты со мной дружил. А теперь, когда тебе кажется, что ты и сам справишься, ты решил попрощаться? Я думал, ты не такой, Бромфилд. Пусто. Пойду еще мешочек возьму из подвала. Черт! Ай, елки-палки. Так, ну и что придумать? Есть идея. Мяу, мяу, мяу. 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 Ну что, я был за глупец, а вот дурак, возобнил себя гением. Посмотри, кажется, Бромфилд слегка хромает. Пошли посмотрим. Он не нужен, как никакой кот раньше. Ну как мне его просить о помощи после того, как я с ним обошелся? Что случилось, Бромфилд? Ты какой-то потерянный. Что, тебя противные крысы замучили? Боюсь, что так. Ты сам виноват. Все было бы по-другому, если бы ты не вел так себя с Яспером. Очень плохо использовать друга, а потом, когда его помощь больше не нужна, просто выгнать его из дома. Вот так-то вот. Да, ты прав. Я вел себя отвратительно, и мне очень стыдно. Все мы ошибаемся, но друзья на то и друзья. Пошли, прогоним этих крыс.
Thank you.